Games. Привет, друзья, меня зовут Илья, и сегодня со мной моя Dream Team Наташа, Кирилл, Даша. Привет. Вот это радость от продолжения серии видео по игре «Формула скорости», которую для нас локализовали «Звезда» и «Фабрика игр». Вы можете посмотреть обзор. Два крутых заезда по ссылкам в описании. Один наш заезд уже по ссылке в описании есть. И вообще мы с ребятами вам презентуем дополнение «Опасные трассы». Да, мы уже прокатились по горному серпантину. И сейчас поедем по, как он называется, городу перекрестков. Это такой ночной город. Это Moscow Never Sleep. Видите, он неоновый, красивый. Да. Его особенности – это вот эти круги, где могут застрять болиды прямо на перекрестке. И я надеюсь, это будет очень интересно. Кажется, что это больше на Токио похоже. Мне кажется, это футуристичный какой-то город. Давай приступим, погнали. Красава. Блин, опять я забыла слово. Итак, мы перемешиваем болиды. Я раздам пока карты. Случайно. Обратите внимание, что тот, кто на циферке 1, будет ходить первым, тот, кто выиграет черного. И в игре на четверых игроков у нас получаются две лишние карточки скорости, и они просто сбрасываются. Ой. Как неудачно сбросились. Сейчас у нас начинается аукцион за гонщиков. Мы открываем так, карту гонщика. Карты. Желтый со свойством и с дополнением. Внимание, осторожный. Если ни один из ваших болидов не двигался в ваш ход, переместите один из них на три ячейки. Это шикарно. Офигеть. Кто-то уже стартует. Врум, врум, врум. 5. 4. 4. Деньги, которые вы тратите на болиды, вы записываете в своем подписанном листочке. Так, вот сюда. Сколько я потратил? 5. 5. Друзья, вы не переживайте, у вас для этого будет целющий блокнот в вашей игре. Кстати, а в дополнение есть дополнительный блокнот? Мы разыгрываем следующего гонщика. Пожалуйста, это тот, кто его выиграет, будет стартовать. Его свойства непредсказуемы. Если вы играете карту скорости с белой полоской, то можете разыграть ее цвет, как тот, который уже есть на карте. О, это крутой. Это... Он мне не хватило в прошлом заезде. В прошлый заезд вы можете посмотреть по ссылке в описании. Да, один. О, ребята, давайте разбираться. Давай покажем. У нас... 3 шестерки. Во-первых, тот, у кого больше, выигрывает, а остальные, в общем-то, уже и отметаются. А чья это была карта? Дашина? Да. Даша. Получите ваши документы. Как права тебе выдаю в ГИБДД? У меня есть права, я буду их менять в этом году. Синий вышел со свойством опять из дополнения. Безрассудный. В свой ход, если ваш болид проскальзывает между двумя другими, переместите его еще на 2 ячейки. Неплохо. Ну, я вот что-то не знаю, да, я тоже пока его ни разу не использовал. Мало играть. Половин. Пас. 1. Кирилл. Да ладно, никто что ли не снимает. Кирилл за 5 забирает. Наташа разочаровалась. Я уже разочаровалась, да, в синем. Так, зеленый. Хитрый. Вы всегда сами перемещаете свои болиды даже в чужой ход. Обычно, потому что это делают те, кто, собственно, совершает ход. 2. Пас. 4. Наташа забирает. Yeah. Оранжевый. Со свойством из дополнения. Стойкий. Вход любого игрока, если ваш болид остановился на ячейке, прилегающей к поребрику, это вот эти вот, то вы можете передвинуться на 2 дополнительные ячейки. 3. 4. 4. Так. У Даши больше полосок. Yeah. Значит, она забирает оранжевого. А, сначала количество полосок? Сначала количество полосок. А вот если у вас одинаковое количество полосок, то... Там уже смотрим, у кого меньше белых. Вход любого игрока, если ваш болид двигался только по прямоугольным ячейкам, строго прямоугольным, например, вот таким, угу, вы можете переместиться еще на 2 дополнительные ячейки. 5. Пас. Пас. Вы что, отдали 4. Мне его? Нет, я просто не хотела его. Наташа вам немножко поборолась. Я записываю еще 5 миллионов баксов. Я забыла раньше. Знаете выигрышную стратегию в этой игре, я поняла. Надо поддерживать болид, который хотел Илюха. Он по-любому выиграет. Почему? Эх, несмотря на дополнение, все-таки я доверюсь свойству из базовой игры. Посмотрим, как оно сработает на этой трассе. И оставлю свойство, когда смогу двигаться дополнительно по прямым ячейкам. Кстати говоря, в дополнении входит трасса, и в дополнении входит как раз свойство. Давай приступим. Итак, это что началось? Голубой, он едет, ура. Раз, два, три.
Нерешительный. Оранжевый. Четыре. Любой черный. Любой черный едет. Желтый. Едет еще на две. Так, отлично. Потому что он двигался только по прямоугольной ячейке. Уже сработал! С первого хода. Так, да. Специальная ячейка для сброса, кстати, в виде стадиона. О, а я вот что-то не обращал на это внимания. Прикольно. А я попробую не совсем стандартно ходить сегодня. И сразу. Раз, два, три. Так, секунду. Где я буду? Что-то запутался здесь. Ну все правильно ты едешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Задумался о чем-то. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ей, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ей. А вот 4. И пробка у нас тут проваливается. Три. Два. Один. И еще два. Потому что только прямоугольно. Второй раз уже с канала. Все решили на синего, что ли, раз, ставить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оранжевый не едет, зеленый раз, два, красный на один, и поскольку это прямоугольное, то он едет еще на одну. Вообще прям. Читерское. Самое читерское свойство. Ставки делаем. Ну что, на голубого ставим? Нет. Мне кажется, красный. На зеленого буду. Неплохо. И оранжевый. Хорошо. Кирилл, рви! Молодец. Раз, два, три, четыре, пять. Пока. Красавчик. Скоро мы будем делать уже вторую ставку. Мне кажется, это будет более быстрая гонка. Ну вот эти вот тут опять. Скоро у меня голубые карточки закончатся. Голубые закончатся? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ух ты. Два, три, четыре. Неожиданно. Раз, два. Кстати, что-то я тупанула, можно упалить. Ладно. Простите. Я, значит, его двигаю, он тут голубого двигает. Что за вообще стоит? Раз, два, три, четыре. На желтый не поедет. Черный на три. Оранжевый на два. Нет, давай вот так. Да желтый и красного ты мог сюда сдвинуть. Ну вот, ну да, так тоже можно. Ставки? Да, синий пересек. Да, синий пересек, так что делаем ставки. Угу. На кого же поставил? Как всегда, на красный. На зеро. Посмотрите, вот эта ситуация очень прикольная на этой трассе, прям. Короче, у всех синий, да, есть кроме меня? Я так понимаю. Нет. А, ну вот, так и сделаем. Это будет оранжевый. Он устал. Кирилл, рви! Молодец. Раз, два, три, четыре, пять. И что же делать? Какая непонятная ситуация. Аж язык стал заплетаться. Вообще. На самом деле это отстойная ситуация, потому что все ставят на... Все получат. Но выиграешь-то ты в итоге. Неправда. Я поставила первый раз не на него, поэтому... Поэтому я опять проиграю. Это 6 было? Ты что-то раз не проиграл. Да, 6. По-моему, это было 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ты реально так вот заблокировала? Подвинь его куда-нибудь, вот сюда. Зачем? Ну ты же хочешь, чтобы красный проехал? В смысле? Алло, я с мой-то так тоже должен ехать, наверное, куда-то, нет? Ну подвинь оранжевого сюда. Да что ты делаешь? Оставь. Как все как стоит. Блин, отстой какой. Напряженная игра. Давайте поржем. Тогда я разыграю вот эту карточку. Я думала, раз, два, три, четыре, шесть. Настолько. Мы особо не попали. Раз, два, три, четыре. А, ты хочешь, чтобы Кирилл сбросил карты? Скорее. Кирилл же сбросит, и кто-то может не выиграть. Да, поржем. Кстати, да, это тоже еще один очень интересный момент. Когда Кирилл финиширует, он сбросит все свои карты с руки, а у него их еще осталось достаточно много. И это означает, что вся вот эта ватага может здесь и остаться. Ну, хотя, может и нет. Проехать. Но все равно встрянешь.
Ой, я да, это такое завело то, что одна ячейка всего. То есть два здесь уже не могут проехать. Ну да, передумай. Спасибо. Такие, отмотали немножко. Тут Шумахер должен можно был погнать отмотаю. На 3 секунды, секундочку, да? Да блин, ему не везет. Его проблемки. Он пьян, иди домой. Ему пора на пит-стоп. Пит-стоп. Офигеть. 4 оранжевые. Ну просто на... И 2 желтые. Нет. Так. Все собрались. Как здорово. Что все мы здесь, да. в тупаке. Короче, в тупике собрались. Тупак. Красный тупик. Красный тупак. Ладно, давайте сделаем. Он просто стартовал раньше. Давайте сделаем такую подставу. Вот это я очень люблю в формуле скорости. Оранжевый на 6, желтый на 5. Подобрался к пацанам. Синий. Финиширует. Вообще жестко. Красный на 3 двигается. И вот теперь зеленый все? Может съездить да. на 2. И черный на 1. Причем черный может уехать сюда. Его типа занесло. Извините. Просто только что Кирилл перестал играть в эту. Да, я уже закончил, потому что Илюша уже мной финишировал. Да, мы считаем. Да, я посчитаю. Да, Кирилл, выиграл. Нет, я не могу. Мы сейчас боремся за... же на красного горят. Да. У меня тоже все уже сгорело 33 раза. Мы сейчас боремся за второе место, по сути. Теперь мой тормозит все, да? Да, придется его вывести. Спасибо. А подожди. Вот так или. А, ты сама своим подгонишь? Ой, блин, а это подставно было сейчас. Ты блин, Наташа так? сейчас может, конечно, малинку-то мне подпортить. А, Кирилл уже не ходит, ё-моё. Я такая жду. Ну, конечно, блин. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и на ближний пошла, ё-моё. Ну да. Пофиг, я желтого, короче, выведу. 5, 6, 7, 8. Угу. Знаете, что самое ужасное в моей руке на данный момент? Больше зеленых нет? Мне это не было бы смешно. Мне не хватает, чтобы финишировать одной клеткой. Ну, кто-нибудь все равно добавит. Может быть, а может и нет. Может быть, и нет. Хорошо, что ты это сказала. Да, вот Зе, ты это сказала. Нет, ну просто... нету, или они намеренно не будут... Я понимаю, что, по идее, в обычной игре я не должна была бы этого говорить, но просто это очень смешная ситуация. Ну, как смешная, грустная. Эта ситуация смешная, знаешь почему? Я вот зрителям покажу, почему это смешная ситуация. Эй, ну покажи мне тоже, я же сказала тебе прям один. Мне просто я вот там постою, и меня кто не сдвинет. Пофиг да. уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ура! Раз, два, три, четыре, пять. Успел свернуть, успел. Черный на 4. Раз, два, три, четыре. Оранжевый на 3. Естественно. Он может сходить кстати, сюда. Раз, два, три. А, кстати, какого фига-то свернул он? Сколько? 8. Ой, 5. Да, она же свои-то двигает. Вовремя вспомнила. Молодец. Два желтый. Все. Это важно просвоить свою штуку. Хотя я ни разу за игру не воспользовался своим свойством. Я не выигрываю, но все равно весело. Ты, может быть, возьмешь второе место. Что значит может? Ну мы же сейчас за него уже сражаемся. Так, 6. 5. Кирилл, тебе интересно наблюдать? Очень. Желтый. Отомстила вообще. Да, нормально. Красненький на 2. И еще на 2. По моему свойству он еще на 2. Да. У тебя же прямые. Тоже свойство да. для этой карты круто. Не сканало так, как я рассчитывал, но зато сработало в других ситуациях. И там 2 раза, и здесь еще. Желтого подвиньте там на 6. Плюс 6. Синий. Красного. Он заблокировал, получается. Красного на 4? Нет, зачем он заблокировал? Он тоже заблокировал. Это Наташа. Наташа. Это... Раз, два, три. Два черных. Но он не ходит. И оранжевый один. Куда? Скажи куда. Ну туда, конечно. Нет, в дальнюю? Давай сюда. Ну ладно, пусть сюда. Он и так там один. В принципе, мне уже не важно, поэтому. Да, сейчас я бонусов тоже особо не получу. Короче, ладно, время рвануть. Раз, два, три. Хотя, да. 4, 5, 6, 7, 8. Поэтому в этой ситуации я как бы. Не в проигрыше никак.
Так, нормально. Надо тащить желтенького, зая, давай. Я тащить желтенького? Да, да, да. А при чем? Меня ты знаешь больше лет. Простите, ребята. Ну так. Так, здесь стоп. Кто? Там финишируем. Ну, оранжевый может на два сходить, да, например. Кто? Желтый. Оранжевый. Я тебе... Да. Вот. Но зато красненький. Давайте, главное, чтобы карт хватило. Желтый не доедет, короче. А, я, кстати, да. Да. Наташа финишировала. Я хотя бы до третьего добрался. Что, оранжевый? Конечно. Ну ладно, черный хочет, ты немножко поехал. Давай, Даша. Откуда ты знаешь, мы сейчас мы с тобой вдвоем остались. У желтого еще есть шанс доехать, за что Даша легко. Думаешь, нет? Так, я знаю, что нет. Оранжевый тоже не доедет, я тебе так скажу. Давай, ходи. Зеленый. Не знаю. Ходи. Ходи. Напряженный момент. Ой, я могу. Борьба за четвертое и пятое место. У нас, кстати, вот две с вами трассы, которую первую вы можете посмотреть по ссылке в описании, идут вот так жестко на финише. Ладно, не хочешь говорить. Я сыграла лучше, чем в прошлый раз. Мне обидно, что мой не доедет просто. Вот. Доедет, если ты мне скажешь, что мой доедет. Если ты оранжевого довезешь, я твоего довезу. Не верь ему. Ну хотя чё, я чё я парюсь-то? Я же все равно по-другому не могу сходить. Ей! О, еще на две! Он же по прямоугольным проехал. А, и за любой я подвину вот какой-нибудь из тех, кто финишировал. Хорошо. Ну хочешь, как хочешь. А чё, я же довел твоего. Ты мне обещала помочь. Кстати, я не сбрасываю еще. Я помогу. Лучше не стало. А ты не можешь сбросить, ты должен ходить. Я знаю, что должен ходить. В этом вся проблема. Он едет на один. Под конец, да? Все-таки мой. Ну ты-то тоже. Но у тебя была карта. Но я сбрасываю уже. Я уже сбрасываю. Но в любом случае он ноль получает. Ну да. Вот это офигеть было сейчас, конечно, я, ребята. Да, выкладываем сюда эти и считаем наши ставки. Совсем немного. Я пока что не буду показывать свои очки. Но ты... 46 очков. Но ты взял реванш, 58 да? очков. Да, да. За прошлую игру я... Так, у меня третий финишировал. Супер-мега-идеальный. И пятый. Прикольно. Ну ладно, у меня вот больше, это... чем в прошлый раз, так что нормально. Да. Можно показать. У меня меньше. Не так позорненько. Так, у меня здесь что? У меня здесь получилось 16. Итак, друзья, я вам в пятый раз повторю, что в конце игры вы смотрите, на кого сделали ставки, и смотрите, какие они заняли места вот здесь. И обводите вот эти миллиончики и записываете сумму сюда. Также вы смотрите, какие места заняли именно ваши болиды. Например, у меня третье и пятое место. Я обвожу вот эти миллиончики и записываю их сюда. А потом вычитаем сумму миллионов, которую мы уплатили за болиды в начале партии. И считаем итоговый результат. Я бы все равно не обогнал. Ра-да-да-там-та-там! Последнее место сегодня в этом именно заезде у нас заняла Даша. Но у нее не финишировал болид. Да. Да, дальше у нас Йо на третьем месте почетно. Значит, у меня 16. Я сделал все, что мог. Я затупил вот здесь. Мне стоило вырваться. Наташа, обыграв меня на 1 миллион долларов, заняла наше самое почетное в этой гонке второе место, потому что у нас действительно борьба настоящая была вот именно за него. Первое особо вообще. Я бы все равно не обогнала Кирилла, даже если бы поставила сюда, все равно бы у нас эти 2 миллиона разницы остались. 3, вернее. Да. Причем обратите внимание, Наташа ставила даже на меня, я это понял, старался вести своего красного. Но понял. На красного все забили. Да, понял поздно. Да. Ну вот в итоге разница 1 миллион. Как видишь. Не всегда ставки на первое место выигрывают. И Кирилл, порвав наш предыдущий заезд, у меня было меньше, чем у него очков, абсолютным чемпионом в дополнении по формуле скорости, дай мне эту красивую бумажку, становится Кирик. На самом деле, в прошлой игре, которую вы можете посмотреть по ссылке в описании, я эту же стратегию и говорил, то что легче взять одного игрока и его, короче, довести. То есть, одну... На одну тачку поставить и просто ей гнать.
его кубик согрел, походу. Мы опять выгнали кота. Главное, что не обоссал. Дорогие друзья, большое вам спасибо за просмотр. Напоминаю, что вы можете посмотреть целую серию вообще видяшек по формуле скорости. И я хочу сказать, что готовится к выходу как на английском, так и на русском языке второго дополнения. Так что и по нему еще будут видосы. Так что переходите по ссылкам, все смотрите. Еще раз вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчики, пишите вопросы и предложения в комментариях. Ставьте лайки или делитесь с друзьями. Все сказал. Да. Давайте вам круговую пятюню. Спасибо за летсплей, это было круто. И вам!